Сегодня знаменательный день для всей Вологодщины и для всей России. Сегодня мы открываем памятник сотрудникам органов безопасности Российской Федерации, элите силовых структур нашей страны. Вы незримый щит по охране от внешних и внутренних врагов, от терроризма и экстремизма. Во все времена вы совершали подвиги во имя и во благо нашей страны. И этот памятник, конечно же, символ мужества и героизма настоящих профессионалов, настоящих патриотов нашей страны, которые были, есть и будут нашей опорой, нашей надеждой и нашей защитой. Здесь представлена выставка видов вооружения. Приезжали разные классы, профильные классы, кадетские классы, юноармейские классы. В первую очередь это вызывает у детей живой интерес к истории. Истории нашего государства, история нашей армии, к судьбам тех людей, которые с этим оружием в руках, исполняя свой долг, проявляли героизм.